2,5 года педагоги и психологи реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Светлый» занимались со своими подопечными удаленно. А само помещение было переоборудовано для лечения больных COVID-19. Сегодня «Светлый» снова готов полноценно помогать детям. Здесь хорошо. Мне нравится отдыхать. Друзья мне нравятся и все. А заниматься нравится? Да. Мне здесь нравится здание, оно очень красивое, внутри все красивое, площадка здесь красивая, друзья самые хорошие такие. Особенным детям нужна особенная забота. Важно все – от обстановки и оборудования помещения до атмосферы в нем, которую создают профессионалы, обученные работе с такими детьми. Вообще наше отделение оборудовано различными кабинетами. Сенсорная комната, кабинет Монте-Сори. Это там работают психологи. Есть у нас интерактивная комната, сенсорно-динамический зал, сова-нянька, кабинет АФК, логопедический стол. Основная задача все же социализировать ребятишек в обществе, то есть научить их не так, то есть, как сказать, наша задача не так вылечить их заболевание, как научить их с этим заболеванием жить в обществе, в школе, в садике, в дальнейшем во взрослой жизни. Получить бесплатную путевку можно в одно из трех отделений – стационарное, полустационарное только с занятиями и на дому, когда педагоги сами приезжают к детям. Смена стационарного отделения длится 14 дней. Дети не только проходят необходимые процедуры, но и находят новых друзей, участвуют в творческих и спортивных мероприятиях. Взрослые в день открытия центра устроили квест о важных правилах в игровой форме. Для чего полиция существует на дороге? Так, для чего? Смотрит, нарушает ли кто не правила дорожного движения. Вот, правила дорожного движения. Мы с вами будем проводить учебные тренировки, то есть эвакуация. Мне все нравится. Все нравится, да? Да, бассейн самый любимый мой. Учителя все вот нравятся. Такие хорошие, добрые, красивые. Друзей нашел? Друзей? А, у меня здесь, вот в этом моем классе друзья. Что больше всего нравится здесь? Ну, видимо, атмосфера. Столовая. Ну да, здесь атмосфера такая прикольная. Что в атмосфере? Атмосфера и люди классные. Уютно. Компания такая. Чтобы попасть сюда, необходимо обратиться в отделение социальной защиты по своему адресу и подать документы. Наталья Нунай, Булат Зандаков, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».